Почувствовать себя индейцем и поиграть в спортивные игры коренных народов предлагают в бразильском городе Перуибе. Здесь впервые проходят игры народа тупи-гуарани. В соревнованиях участвуют люди разных национальностей. Они состязаются в борьбе, стрельбе из лука, переноске бревен и других дисциплинах. За 3 дня свои силы и умения продемонстрировали более 1000 человек. Мы счастливы, поскольку для нас важно поделиться знаниями о нашей культуре. Это часть нашей жизни. Мы рады рассказать о нашем спорте, чтобы люди могли лучше понять коренных жителей. В этнической группе тупи-гуарани насчитывается 150 тысяч человек. В нее входят разные народности индейцев. В бразильском штате Сан-Паулу живет примерно 400 представителей тупи-гуарани. Они населяют 11 деревень. Проведение игр помогает сохранить самобытность коренных народов Бразилии. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.